Всем привет, вы на канале Милана Рулит. Сегодня мы распаковываем пакетики. Смотрите, сколько у меня их. Давайте спаем их. Конечно, у меня зимняя серия не закончена. Здесь только два пакетика. Вот таких. Давайте начнем с первой коллекции. И эти коллекции только сегодня сделаю. Так, вот. Давайте начнем с Hello Kitty коллекции. Давайте. Вот самый первый пакетик. Давайте его открываем. Честно, я сама там забыла, что. Так. Вот так. Вот такой вот пакетик у нас. Открываем. Ребят, как мне просто сегодня купили только малярный скотч, ну вот сейчас. У меня здесь наклей. Вот это что-то выспалось. Ребят, смотрите, это маленькие цыплята. Так, наклеим их. Они. Так. Под номером 1. Мне просто только сейчас купили малярный скотч. Ой, двухсторонний скотч, как бы. Если я пытаюсь. Простите. Так. Наклеиваем. Давайте пленка. Так, давайте теперь откроем. Я делала такой второй сюрприз. Он такой с цыплятами. Открываем, тут написано Hello Kitty. Есть рыба. Hello. Милана, вообще еще вот такие вот сюда, вот так вот в камеру надо указать. Оп. С блёсточками, вот. Да, я уже показывала. Так, здесь у каждого есть такая вот застежечка вот здесь вот и сверху. Вот такой он без пакетика. Сам открываем второй пакетик. Здесь у нас. Вот такая кошечка Hello Kitty. Мы сегодня открываем с вами все пакетики. Потом я сделаю еще роман под номером 10. Ой, ребята, у меня упало. Так. Клеим ее вот сюда. Теперь откроем что-то. Я делаю потом вот такой вот пакетик с цыпленком и с холодильником. Голод звонит телефон. Так, открываем. Блин. Вот такой вот пакетик. Открываем. Замочек тут какой-то ёбка. Замочек не получится. Ты что, плохо соображаешь сегодня? Вот здесь. Это где-то Hello Kitty, ее цыпленок. Не обнимается. Так. Положи. Ну так, это под номером 4. Так.
Да, не по местам, конечно, я сделала. Это просто радуга стикер. Не обращайте на это внимание. Это и здесь облачек такое. Так, Hello Kitty, Hello Kitty. Так. Да, я знаю, страшный пакет получился. Вот. Открываем. Пил. Вау. А здесь у нас такой большой цыпленок. Он под номером 9. Вот так. Вот такой теперь сердечко есть. Hello Kitty с короной и ее цыпка. Они женятся. Так. Открываем. Костерц. Ребят, все пошло не по плану. Или по плану, но я не очень все поняла. Да, ребят, все пошло не по плану. Пакетик разорвался. А тут у нас, видимо, был тоже какой-то... ребята, нет! Наш цыпленок жив. Этот цыпленок, он просто как, ну, с его невестой Hello Kitty. А он под номером 5. Может, и здесь последний пакетик с Hello Kitty. Это вот такой флакончик. Не знаю, что здесь. Оп. Вот, открываем. А здесь... Это маленький малыш, только родился. Такой тепленок. Почему нам только цыпленки попадают? Раз, два, три, четыре, пять. Пять цыпленков. А он под номером 7, по-моему. 7, да. И наклеил. Все, да. Так, коллекция Hello Kitty закончилась. Переходим на коллекцию сережек. Давайте начнем с такого пакетика Единорожки. Опа. О, блин. Вот такой пакетик с сережкой единорожки. Я хочу посмотреть, что здесь. Опа. Я, кажется, уже догадываюсь, что это за сережки. И это сережки желейного Мишки. Я очень люблю желейных мишек. У меня здесь вот на, ну, на подоконнике стоит, ну, лежит как бы ожерелье
два и браслет. Вот такие вот сережки. Но сережек мне нет, потому что у меня аллергия на такие длинные сережки. Так, где второй у нас часть пакетика? Вот. А вот такой второй. Ну, то же самое. Там под номером 10. Вот эти. Теперь откроем вот такой пакетик себе с такими планетарными сережками. Стальной пакетик. Я их уже очень давно делала. О, ё-моё! Слипа. Вот так пакетик выглядит без... Ну, пакетик из такого. Я вижу, это что-то желтое. Может, это лимон? Это звездочки. Это звездочки. Такие спящие звездочки. Ой, ребята, все пошло не по плану. Они под номером 1. Да, ребят, где-то у меня написано, а где-то нет. Ну, почти вообще нигде не написано. Сережки. Мне очень понравились эти цветочки. Я бы хотела, чтобы не попались единорожки, пицца и... Ну, такие как сережки у Леди Баг. Вы знаете. Давайте теперь откроемся вот эти сетки с такими облачками. Берем пакетик. Сколько мусора. Вот такие вот. За сережки фоне мухомора стоит. Их нельзя есть. Я чихаю. Они под номером 4. Ой, 6, простите. Так. Теперь откроем с пиццами. Ну, я хочу, чтобы они попали, но они очень редкие. Ребята, это какое-то совпадение, эти два пакетика. Давайте откроем пиццу, я хочу, чтобы мне пиццу попались. Ребята, это сережки Леди Баг, как я хотела. Давайте наклеим. Они под номером... 5. Мне, кстати, в каждой коллекции должно быть по 6. Ну, у меня коллекция, у меня по 2. Осталось такая. А что в этом пакетике?
О, есть сережки, которые нам попались только что. Леди Баг. Эти собака. Все какая-то. А эти сережки в форме сердца. Ай. Они под номером 9. Что это происходит? Так, а нам что-то... О, смотрите, такие милые сережки в форме снежавника. Давайте их наклеим. Я взяла 8, и у меня где-то пришло. Ой. Почему я все падает сегодня? А, не клеиваем. А это сережки в форме облачка. Они упаковки, они ультраредкие. Блин. Не-не-не. Не-не. Мы заканчиваем пока сегодня. Коллекцию сережек. Я сейчас не пойду. Мне нужна на страничку зеленой коллекции. Я хочу начать с такого снегурочка. Они все с блестками. Ой, я боюсь блестки. Так, а это девочка, которая под снегом. Как сказать, не под снегом, а на улице снег идет. Вот. Плохо видно? Как это мне застёрло уши? Она подумала, что и последний на сегодня наш сюрприз. Ребята, мы тебе письмо Лизе оставим. Ребята, я не могу найти. Ну, в общем, всем пока-пока. В общем, мы заполнили вот такую страничку. Одну мы шарик, вот сережки. В общем, мы один шарик потеряли, а вот нам такая девочка. Все?